Привет! Сегодня у нас 1 августа, воскресенье, и мы с вами уже традиционно в Московской области порчим уголок. 2 недели назад мы с вами в лес набрали по стаканчику иван-чая, немножечко костяники, земляничного листа и малинного листа. Что изменилось за неделю? Пойдемте глянем! Лисичка сезона 2021 года. Ура! Супер! Давайте посмотрим рядом. Может, еще есть? Не, ну вроде как нет. Вот первый гриб. Начало положено. Черника уже, смотрите, вот такая вот, в таком состоянии. Смотрите. Ну что, достаем? Ай, да красавица! Какая хорошая моя лисичка. Я ее даже резать не буду. Я ее просто вот так вот вытру. А вот это вот еще вторая. Вот какие красивые. Вот, начало положено. Грибы пошли. Ну что, идем дальше. Друзья, у нас очередные лисички. Смотрите. Первая. Красотуля. Вот корзиночку. А вот, по-моему, еще одна. Она уже какая-то не очень, да? Да, она что-то даже и не выкручивается. Ну, развалюха. Ну, пока. Друзья, смотрите. Сегодня наша грибная охота удалась. Смотрите, какой масленок. Пока-пока. Ребята, еще одни маслятушки, ребятушки. Смотрите. Ай. И у меня один здесь, вот смотрите. Вот это уже какой-то, да, не очень удачный. А вот здесь вот получше. Под травкой. Ну, он какой-то уже такой. А вот, по-моему, вот. Смотрите. Вот этот уже такой, покрепче. Я вам еще сближу. Смотрите. Ай, красавцы. Ай, красавцы. Так. Но пока все. Друзья, у нас очередные лисички. Смотрите, какие. Ой, она нога-то какая. Смотрите, вот раз. А вот такая вот небольшая семейка. По меркам сегодняшнего дня это много. Смотрите, какая красавица. Ах, хороша лисичка. Друзья, у меня очередная полянка лисичек. Все. На грибнице они пошли. Смотрите, какие. Красавцы. Листики развязаешь, они там сидят. Смотрите. Ой. Смотрите, какая жирненькие. И размеры подросшие. Вот и закончилась наша с вами прогулка по лесу. А результат сегодня вот такой. Я взял немного иван-чая, веточку дуба, а также другой корзинке. У меня 1-2 масленочка, 4 сыроежечки и горстка лисичек. А также костяника. Костяники в лесу очень-очень много. Что могу сказать? Это первый выход в лес в этом году, когда мы находим грибы, а особенно лисички, сыроежки и масляка. Честно говоря, обычно мы не берем сыроежки, но поскольку, как сказать, на безрыбье и рак рыба. Ну что, пока-пока. Встретимся через неделю. Пока!